Решение об участии Белоярского во всероссийском престижном конкурсе было принято в ноябре прошлого года. Всенародным голосованием выбран проект последующего благоустройства набережной Сейпан. Песчаный берег в переводе с хантыйского, что располагается за гостиницей «Карибу» и экоцентром «Новиат». Победа в конкурсе позволит привлечь дополнительные средства в виде гранта из федерального бюджета на реализацию уникального проекта. Появился первый и второй этап. Он стал востребованный, два этапа. Мы продвинулись, третий, четвертый этап. В основе идей благоустройства набережной Сейпан – традиции, мифы, легенды, культуры коренных народов Севера. Проект, который будет представлен на конкурс, разбит на две зоны. Это зона активного отдыха, историко-этнографическая. В исторической зоне будет воспроизведена национальная деревня, стоянки рыбаков и оленеводов, стойбищ, национальные игровые площадки, входная зона в парк и центральное ядро со скульптурной композицией «Птицы Севера». В зоне активного отдыха предполагается лыжи-ролевая трасса, веревочный парк, места кратковременного отдыха, силовые тренажеры, навигационные элементы. Инна Бугрова, Петр Михалап, Белоярский, время новостей.